от какой организации? А последний человек? Ты звонил в это самое Украина не претендует на какие-то земли вне Украины в границах 2014 года. Вот. Украина не является агрессивной страной. Там никогда на официальном уровне не заявлялись претензии там, на какие-то земли в России или там, какой-то другой страны. А что касается противоположной стороны, ополчения там, или кто там воюет, российские войска, вероятно, да, или нет, уж я не знаю, да, то агрессивная политика, она понятна, она, собственно, видна невооруженным глазом. То есть где это Новороссия, где ее граница, никто не знает. Мы против этого, против войны с братским народом, против политики, которая привела к тому, что Украина стала врагом номер один для нашей страны, хотя самая близкая, самая дружественная страна. И территории у нас сколько угодно, которые не обрабатываются, не используются. И мы считаем, что это совершенно не в наших интересах, не в интересах граждан России устраивать войны. Зачем вы ко мне пристали? Я хочу отойти от вас. Вы слышите? Да, я имею право на... у меня есть документы с собой. Надо, не надо. Вы меня сами провоцировали. Не надо. Молодой, ну-ка молодой, потом их пьется. Я стала за нашу свободу. Я выступаю за свободу, за свободную Россию, за то, чтобы таких, как Путин и его пособников, сажали в тюрьмы. Вот за это я выступаю. ОМОН, хватай! Журналистов, заламывать руки! Работаем.